Купить платье или джинсы и помочь тем самым нуждающимся – теперь такая возможность есть у ивановцев. В самом центре города открылся первый благотворительный магазин «Добрая одежда». Здесь за смешную плату можно приобрести женские, мужские и детские наряды, обувь и аксессуары. Все чистые, отпаренные и наглаженные любых размеров. Магазин работает по принципу секонд-хенда, но разница все же есть. Ценовая позиция, да. Она отличает нас от секонд-хендов другого города. От 50 до 1500, но если мы говорим о 1500, то значит это реальный бренд, значит это оригинал и в хорошем состоянии. И тогда это верхушка. Так, дети у нас, ну вот бодики, например, вообще 25 рублей в основном ползунки. Благотворители уже прониклись возможностью приносить сюда одежду. Иногда в день приходится разбирать по 150 килограммов вещей. Производство безотходное, но на прилавке идет только лучшее. Те вещи, которые в хорошем состоянии, но их по каким-то причинам мы вывесить не можем, но их можно носить, мы отдаем как адресную вещевую помощь нашим подопечным, а также подопечным других благотворительных фондов города Иваново. А то, что совсем уже нельзя ни носить, ни как-то использовать, там, мы будем сдавать на переработку. Пока мы отдаем это хендмейдерам. Благотворители фонда «Добрая надежда» с нетерпением ждут, когда в регионе будет налажен процесс переработки текстиля. Купить в магазине, впрочем, можно и книги, игрушки, и посуду. Требований немного. Утварь должна быть в хорошем состоянии. О магазине пока мало кто знает. Очередей здесь нет. Я бы не сказала, что выглядит как сток. Все-таки все аккуратно, достаточно развешено. Я не вижу сильно поношенных вещей. Есть вещи практически новые. Есть вещи хорошие, на которые действительно стоит обратить внимание, которые можно купить. Магазин «Добрая одежда» – это еще и арт-пространство. Здесь в будущем будут проходить благотворительные акции и барахолки. На стенах можно размещать выставочные проекты, а все вырученные средства отправят нуждающимся. Мы изобрели такое новое понятие, как магазинник, то есть есть квартирники, гаражники, а у нас есть магазинник. Когда приходят наши друзья, поют, и к ним приходят их слушать, их зрители, и, возможно, что-то покупают в нашем магазине. Ну или просто как бы жертвуют денежку на благотворительность. Пока в магазине 4000 наименований одежды. Есть и фирменная, и брендовая. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.